Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы вновь ведем репортаж самой жаркой вечеринки середины этого лета, которую организовывает Донской государственный технический университет. Самое модное развлечение Европы. Пенная вечеринка наконец добралась и до нашего города. Ночной клуб «Ла Плая» в очередной раз собирает на своей площадке самых лучших студентов всех вузов нашего города. Отдыхать и веселиться до утра. Настроение отличное, ожидаем услышать известных ростовских диджеев, позитивную музыку и, конечно же, контингент людей очень замечательный, я уверен, спасибо. Модельное агентство P&M Model Management представляет коллекцию лета 2011. Олег, привет! Привет, Аркаш! Как настроение сегодня? Очень круто, опять много людей и мега супер! Слушай, ну я сегодня занял твое место, веду репортаж, ты не в обиде на меня? Совершенно не в обиде, очень интересно посмотреть на свою работу со стороны. Ну, Олег, сегодня рядом с тобой, собственно, тоже совсем другая девушка. Вместо Яны Кабрисной уже привычная тебе боевой подруги. Как ты себя ощущаешь? Ну, неплохо. Не, ну, конечно, уже скучаю по Яне. Добрый вечер, студенты! За черными очками снова встречаемся в Белгороде. Скажи, ты первый раз в этом клубе или уже был? Да, был на вечеринке прошлой, на Дне молодежи. На Дне молодежи реализована ЭДГТУ. Да, так точно. Тебе понравилось? Очень, поэтому я здесь. А, скажи, я знаю, что ты первый раз принимал участие именно в организации пенной вечеринки. Как тебе? Тебе понравилось принимать? Да, это тяжелая работа, но все же это доставляет удовольствие, потому что люди, приходящие сюда, они получат кайф от этого. Дорогие друзья, рядом со мной сейчас не просто очаровательный молодой человек, это один из лучших диджеев нашего города. Диджей, музыка которого заставляет миллионы девичьих сердец биться чаще. Леша, привет! Привет, привет! Как у тебя настроение? Настроение просто супер, все отлично, готов зажигать. Скажи, ты сегодня первый раз на вечеринке ДГТУ? Нет, не первый, я уже третий раз, очень рад этому, потому что на вечеринках ДГТУ всегда весело, всегда много народу, всегда круто. Ты порадуешь нас сегодня новой музыкой и будешь жечь танцпол? Конечно, конечно, буду радовать, конечно, буду зажигать. Спасибо, Леша, мы будем ждать твоей музыки. Главная интрига нашего вечера – море пены, ну и, конечно же, студенты, которые радуются и танцуют в ней. Итак, смотрим. Самой пены. Сейчас мы будем узнавать, как же танцуются людям в этой ароматной массе. Как вам вечеринка ДГТУ? Супер, вообще офигенно. Отлично, еще да? Еще придете к нам на вечеринку? Обязательно.
ушли? Конечно, здесь все прекрасные, красивые. Все наши. Все наши девчонки. Отлично, еще придете на такие вечеринки? Конечно. Так это урулит! Как ваше настроение? Супер! Вам нравится на вечеринке ДГТУ? Да, классно! Вы придете к нам? Конечно! А в бассейне скупаетесь? Обязательно! Вечеринка в самом разгаре, ну а мы с вами не прощаемся. А говорим всего лишь до свидания. С вами была Маргарита Кудрявцева и Аркадий Шишманов. До новых встреч, друзья!